Привет всем! Сегодня без макияжа убирала весь день дома. И убираю в своем шкафу сейчас. Я некоторые элементы одежды выбрасываю, зачистку некоторую веду. При переезде, кто знает мой канал, я переехала несколько месяцев назад, я выбросила, наверное, штук 10 больших черных мешков для мусора, наполненных одеждой. Так что сейчас, то, что вы сейчас увидите, это, в принципе, мой нужный минимум. Хотя еще можно и это повыбирать и повыбрасывать. Потихоньку этим и занимаюсь. Я вам сейчас покажу свой шкаф, и что у меня остается, и что я продам или выброшу. Подождите минуточку, сейчас повернусь. Так, вот мой шкаф, мужнина. Вот это вот мое, мои сумочки. Вот эти сумочки я подумываю продать. Вот эту от Gucci, наверное, все же пока оставлю. Вот эту от Rebecca Minkoff под Chanel, как бы сделанную. Вот эту вот буду продавать. И вот эту от Kate Spade со скалопингом. Довольно новая сумочка. Я ее только недавно купила, но недостаточно ее ношу, поэтому буду продавать. Здесь сумки, которые я ношу активно. Вот это для спортивного зала одежда, и вот это вот пижамы. То, что у меня в активном использовании сейчас, это вот здесь вот, это осенний гардероб. У меня еще есть один гардероб, и в нем весенне-летняя одежда. Но здесь вы видите брюки еще, серые брюки, разные шерстяные, теплые, разных цветов и фасонов, даже светлые имеются шерстяные. И вот это вот юбки, все мои юбки осенние, которые имеются, несколько черных разной длины, баклажановая, вот эта вот хорошая штука. Вот эта вот покороче юбка от BCBG. В принципе, такие и масс-маркеты, дизайнерские, разные, в общем. Вот эта вот классная юбка, вообще очень интересная штука. Люблю с плотными колготками и высокими сапогами ее носить. Выглядит не вульгарно, сразу говорю. Далее платья осенние разные. Вот эти вот теплые вязаные, чуть полегче. Вот это мои костюмы. Вот этот вот интересный красный от Jill Sandler. Разные серые и все такое. В общем, тройки костюмы. Сверху шляпы. Это летняя шляпа, это моя осенняя шляпа. Вот она. Белье мужа, белье мое. Мои черно-бело-серые свитера нейтральные. Здесь цветные свитера. В основном кашемировые. Я очень люблю кашемир и разные с принтами. Дальше вон там мои майки. Тут вот всякие колготки и так далее. Почти все уже. Вот тут вот разные блузки. И здесь жакеты. И есть такая вязаная меховая штука. Сейчас на мне тоже как раз такая амбре меховая штука. Вот, может быть, когда-нибудь покажу вам обувь тоже. Но вот это вот то, от чего я избавляюсь. Давайте я вам покажу, от чего я избавляюсь. Может быть, кому-то будет любопытно. И это должно как бы вас вдохновить на зачистку своего гардероба. В принципе, я думаю, у меня больше, чем мне нужно, и вполне можно сократить это количество. Вот осенняя зачистка. Уже старенькие туфли, которые мне очень нравились, но, как вы видите, они сильно поизносились. И хорошо уже от них избавиться. Компания Geox, кажется, итальянская компания. Распира, Geox Распира. Кажется, итальянские туфли, но не помню. Они очень удобные и очень, очень хорошо носились. Но уже пора им на отдых. Дальше от чего я избавляюсь. Вот это были пижамные штаны. Я их использовала как пижамные штаны. Они уже, честно говоря, плохо отстирываются. На них какие-то пятна от еды, по-моему, накапанные. Это было из... Откуда это было? Pink. А, из Victoria's Secret. Выбрасываем. Передарю, наверное, в смысле, передам кому-нибудь вот эту вот юбку. Это такая синяя юбка по колено примерно. Юбка-карандаш. Я ее уже давно не ношу. Ничего, все с ней нормально, но я ее просто не ношу. Вот это вот на мне не очень хорошо сидит. От Contemporary
от Саймонс, короче, это еще в Монреале покупала, вот со стойкой горловиночкой, но почему-то она на мне просто плохо сидит, я ее редко ношу. Белая кремовая блузка плохо сидит. Слишком много жабо на груди. У меня грудь не маленького размера, поэтому это все жабо слишком уж сильно это подчеркивает. Кюлоты от Nine West тоже. То ли выбросить, то ли передать, не знаю. Я их относила один сезон, ну, весна и лето, в смысле. И уже, честно говоря, мне не очень нравится, как они на мне сидят. Передумала насчет этого. Ага, вот это интересная штука. Будете смеяться, давно у меня лежит. Наконец-то решила выбросить. Вот с такими вот трендовыми рукавами. Что-то вроде жакета, балера. И все это очень-очень такое интересное. Вот рукава мне, конечно, нравятся. Но все остальное нет. Слишком. Дальше. Здесь у нас есть рубашка. Тоже очень-очень такая... Неплохо сидит рубашка. Чем мне она понравилась? От J. Crew, кажется. Нет, Банановая Республика. Мне понравились очень выточки. Вы видите, вот на спине здесь у нее такие выточки и прекрасно подчеркивает талию. Очень хорошо сидит и под грудью выточки. Все как надо. То есть у кого заметная грудь, те знают, что рубашки с выточками самое то. Тоже не знаю, почему покупала вот с этими вот рюшиками. Они были в моде. И я взяла, набрала кучу всего с рюшиками. Мне это все, все эти рюшики на груди действительно не подходят, не идут. Не знаю, почему покупала. Кому-нибудь, может, отдам. И белый свитер, который просто уже пора выбрасывать. Это такой коротенький кропт свитер от, кажется, Max Mara. Да, от Max Mara. Вот. Из их линейки Weekend. Классная штука была. Но уже поизносилась, вы видите, всякие катышки, которые плохо убираются. И раньше был этот свитер белого цвета, теперь какой-то сероватый оттенок у него появился. В общем, пора выбрасывать. Вот от чего я избавляюсь на настоящий момент. Горка такая небольшая, и каждый сезон примерно я выбрасываю то, что не ношу, или передаю кому-нибудь. Сейчас вроде немного, особенно по сравнению с тем, что было. Но, с другой стороны, хоть немного, но все равно лучше отказываться от того, что мне уже не нужно. Это все на сегодня. Надеюсь, вам было весело посмотреть. Поделитесь, что вы выбрасываете в этом сезоне осенне-зимнем. У меня вроде не так много, но, может быть, и весной я еще зачищу свои запасы. Всем пока!